Конкурс «Воспитатель года» для нашего района уже давно стал традиционным. Ежегодно строгое жюри выбирает лучшего педагога дошкольного образования. Финал конкурса прошел в ЦРТДЮ Станицы Северской. В этом году лауреатами стали 5 педагогов из дошкольных учреждений Станицы Азовской, Северской, села Львовского и поселка Черноморского. Все участницы показали высокий профессионализм и любовь к своему делу. Победительницей конкурса стала Юлия Фаст, воспитатель Центра развития ребенка Станицы Северской. Получила новый жизненный опыт и педагогический опыт. Спасибо огромное жюри, которое на всем протяжении конкурса поддерживало нас своими добрыми словами. Ну и, конечно же, огромное спасибо коллегам моего любимого ЦРР за такую огромную поддержку. После церемонии награждения участников и гостей мероприятия ждал небольшой концерт. Конкурс «Воспитатель года» позволяет участникам перенять ценный опыт, а также повышает престиж профессии и общий уровень педагогической культуры.